привет. Вот у меня приобретены саженцы 7 штук. Ну, как бы сейчас 1 июня, 7 ям копать мне просто физически нет времени. Поэтому я уже не первый год так делаю. Я их буду в этом году присаживать временно. И сделаю такие, ну, типа школок. Они за это время, за сезон раскачаются. По осени я их пересажу на постоянное место жительства. Ну, в течение лета я потиху сделаю вот эти 7 ям. Потому что работы как бы и без винограда хватает, но как бы ни морально, ни физически пока к этому не готов. Саженцы разнокалиберные, есть подохлее, есть пошустрее. Поэтому я их все примерно в равные условия. Заглублять сильно не буду, чтобы корневая прогревалась хорошо. Ну, сейчас покажу, как я в принципе это делаю. Это, ну, проверенный мной способ, довольно действенный в моих условиях. Вот перекопал такую гряду, сделал, у меня местечко тут организовалось. Пару ведер перегноя. Вот так, перегной с землей сейчас смешаю. Добавлю пару литров золы. Все это перемешаю, пролью водой. И вечером, когда солнце пойдет на спад, я высажу сюда все свои саженцы. Ну, пару литров золы. Еще раз это все взрыхну, чтобы земля перемешалась с перегноем, с золой. Это не глубокая посадка, это временная, поэтому корни, чем ближе к поверхности, тем лучше они будут прогреваться на данном этапе. Вот именно так, перемешивание такое. Вот больше смешалось, водородный слой есть. Ой, так до конца буду делать. Вот, выкопали яму. Перекопали. Несли перегной, золу. Сделал лунки. Короче, все это перемешал, сделал лунки. Сейчас я их пролью теплой водой. У меня в фланге вода нагретая. Глубину сделал до глубины, до высоты стаканчика. Чтобы на дне влаги было достаточно. Подождем, пока вода вся уйдет, и будем дальше делать. Вот она уже почти просела. Делаем такой примерочный прикоп временный. Потом будет понятно, для чего это все делается. Можно сразу пакет распаковать, но земля может рассыпаться, поэтому я вот в последнее время вот так вот делаю. В принципе, вполне надежно получается. Вот до уровня земли. Глубоко засаживать не буду, потому что это только до осени. Вот, получилась такая луночка.
Вот, сейчас дно срезаем. Вот так прикопали. И так сейчас все сделаем. Давай еще одну на всякий случай контрольку сделаем. Вот присадили, чуть-чуть его рассчитали. Все равно засыпается. Это чтобы создать просто объем для него. Поставили, обсыпаем, утаптываем. Достаем. Готово. Ну, естественно, на камеру не так все идеально получается, как без нее. Поэтому, в принципе, я думаю, принцип понятен, как я это делаю. Но поясню еще, для чего я это делаю. Значит, во-первых, у меня здесь 7 саженцев новых. И еще 3 по осени присажены были с прошлого года. Вот в течение сезона я их буду разгонять, потом по осени я их... В течение лета я сделаю, подготовлю вот в общей сложности 10 ям не спеша. И по осени я это все потом, после опада листвы, я это все рассажу на постоянное место. Как бы руки у меня сейчас развязаны, я спокойненько, не спеша буду делать эти ямы, готовить. Ну и на такой небольшой глубине, конечно, они должны быстрее стартануть. Ну, как-то так. Вот такая школка у меня получилась. Лапки можжевельника, это я полутень такой сделал, чтобы молодые саженцы не подгорели. Ну так на недельку оно так постоит, будет немножко рассеивать свет. Потому что какие-то ящики ставить, конечно, они уже довольно высоковаты для ящиков. Ну, я так всегда, в принципе, делаю, всегда все работает. Все, всем пока.